Итак, здесь 360 градусов, так понимаю, кинотеатр. Мы посмотрим, минут через 15 вернемся сюда. А сейчас мы продолжаем смотреть, что же здесь у нас на фестивале. Что же здесь у нас на фестивале Веда Лайф. Интересные все. Это йога. Йога – популярное место, где, как всегда, собирается много людей. И, как правило, это женщины. Это женщины, прежде всего, которые везде доминируют. Не знаю почему, но так получается на самом деле. И это Веда Лайф. Веда Лайф, направление йоги, это одно из тех мероприятий, которые активно проводят Веда Лайф. Пропагандируют здоровый духовный образ жизни. Духовный образ жизни через духовность, через йогу. Наподобие того, что делает йоги Баджан, делал йоги Баджан, а кундалини-йога, когда проповедуя, прославляя йогу, кундалини-йогу, он фактически пропагандировал, был проповедником духовного направления сикхизм в Индии. И как сегодня мы видим, что кундалини-йога очень популярная, и, в общем-то, занимаясь йогой, люди знакомятся с духовным путем, что неотъемлемая часть прогресса и развития человека. И через тело мы прогрессируем в духовности. Я тут нашел красивые картины, которые называют, ребята, на картине, знаете, чтобы вызывать здесь более подробно, что это интересно. Очень интересные картины, они сделаны объемно, просто шикарно. Шикарные картины, объемные. Привет, здравствуйте. Как называется ваша картина, скажите, уже знаю. Вот, да. Как называется ваша картина? Стиль называется String Card. Cool. Да, конечно, видел, я просто снимаю. Конечно, видел, как мимо такой красоты могу пройти. Я ее регулярно наблюдаю. А на скользком городе тоже. Да. А вы были на первом этаже? Нет, еще не было. Это все вы делаете. Обалденно. И это автор, которого зовут? Как зовут вас на этаже? Анна. Анна. Кстати, вот так на это фото, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Анна Панкова. Анна Панкова – это автор и исполнитель вот этих прекрасных мандал, которые видите, как мы сказали ранее, шикарные, красивые мандалы, которые Анна творит своими чудесными руками. Кстати, вот эта картина, я смотрю на нее, она ощущение, что она просто вот прямо… Ваши пути уже есть. Какая школа ваша называется, которая, где вы обучаете? Мастерская моя называется Magic Line. Magic Line. У меня уже есть несколько учениц, которые... Шикарно. Да. Откуда? Как вы пришли к этому? Откуда взялось вот это творчество? Я нигде не видел подобного, в общем-то, честно скажу. Эта техника в мире существует, пришла она из Англии. Я увидела картинку в интернете, решила попробовать. Так все началось уже. 2 года. Шикарно. Вы принесли, не знаю, по крайней мере, к нам в Киев вы принесли эти прекрасные произведения. Я еще нигде не видел эти произведения такого характера. Шикарно просто. Просто очумительно. И дай Бог вам успеха в вашей труде, прекрасном творчестве, которое вы несете людям красоту. Обалденно, очевидно. Скажите, где вас можно найти, если где захотят стать учениками вашего творчества, потому что творчество такое нужно нести людям в мир. Можно найти в Инстаграм Magic Line 7 Синорок. Это еще раз здесь, да? Да, либо вот визиточки, телефоны. Окей, здесь вся информация. Благодарю вас. Спасибо, удачи вам, успеха. А что за мандала у вас? А это моя мандала, это делает мастер Елена Солнечная. Вот ее стендик напротив. Спасибо вам огромное. Да, всего хорошо, Солнечная. Настоящая.
Итак, мы посетили эти прекрасные картины, объемные произведения. И двигаемся дальше. Ну, картина, на самом деле, очень шикарная, просто ошеломительная, очень объемная. Я видел уже много картин этого мастера, очень-очень красиво. Вот здесь вот смотришь, как будто вот просто полет, вот ощущение полета. Очень здорово, ошеломительно. Скажите, вы чем-то подкрашиваете? Вот.